Добрый день. Сегодня вашему вниманию мы демонстрируем нанесение декоративной краски «Лава» торговой марки «Фейдл». В данном случае «Лава» — это является декоративная центрослойная краска с перламутровым эффектом. Эта краска наносится на ровную гладкую поверхность, шпаклевка финишная, ровная. Перед нанесением я обычно использую грунтовку глубокого проникновения торговой марки «Фейдл». После мы наносим фон из водоэмульсионной краски инонлатекс-масла. И после нанесения инонлатекс-масла я наношу вот такой вот декоративно-универсальный грунт под штукатурки, который называется грунт-пупс. Для чего я вам его наношу, я вам покажу в процессе нанесения. Я вам объясню, почему я применяю данный случай. У нас уже готовая поверхность, она сделана в цвет материала. Цвет грунтовки и цвет краски выходят одинаковые, что в данном случае краска водоэмульсионная InnoLatex Matte, она создает фон, который вы видите, оливковый, и кварцевая грунтовка создает мелкую-мелкую шероховатую покрытие. Декоративную краску «Лава» я обычно разбавляю процентов до 10 водой. В зависимости от впитывания системы, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При нанесении декоративной краски «Лава» очень часто бывают вопросы, спрашивают по поводу образования стыков. Когда наносится штукатурка, наносится она разными, бывает тонкое нанесение, бывает более толстое тонкое нанесение. Таким образом можно и нужно избивать стыков. В данном случае для того, чтобы их было немного и их не было видно, я как раз и применяю декоративный грунт-пупс. Для чего это делаю? Когда идет стена шероховатая, при нанесении декоративного материала, а мы его наносим этапно небольшими вот такими вот участками, даем равномерный слой по всей стенке. И когда я беру и начинаю шпателем сносить материал с края, чтобы он не образовывался фактурка, то когда широковатая поверхность, по сути, шпателем я нанес, убираю таким образом, чтобы со стенкой этим не образовывался вот такой вот нахлёст. Когда наносите просто на водоэмульсионную краску, то в данном случае наклёст будет, потому что в отличие от, к примеру, таких материалов, как магия, который наполнитель идет намного мягче, то в лаве идет наполнитель такой более жесткий. И он оставляет более длинный край, поэтому мы его сняли абсолютно на нет. И начинаем или нанесение материала такого, как магия, аккуратненько накручивать шпателем из нержавеющей стали, легкие, а может даже крупные, в зависимости от того, какой рисунок будет задан, размер. Когда вы чуть-чуть накрутили, размерки могут быть чуть меньше, чуть больше, в зависимости от фактуры. В данном случае сейчас мы оставляем чуть больше мазочек. И уже в дальнейшем, когда у нас вот идет уже голос размер, поэтапно берем и материал потом доносим к уже накрученному главному стыку ровным слоем, так чтобы была равномерная фактура между этим и этим. И получается на том крае, где мы сняли, за счет того, что стенка широковата, получается не остается крупного края. И, соответственно, опять-таки мы начинаем подводим к важной зананесенной фактуре. Опять-таки контролируем, смотрим его таким образом, чтобы при переходе не оставляли стыков. И, соответственно, когда вы сняли, у вас уже здесь вот нету такого стыка, и
когда вы наносите следующий, вместе этот с этим накручиваете, то у вас этих переходов, в принципе, не должно быть. Если, конечно, это сильно присматриваться, то можно их обнаружить. Но в данном случае, опять-таки, стараться при нанесениях избегать каких-нибудь таких прямых линий. И лучше делать поэтапно небольшими такими точками. То есть, как мы вот видите, накрутили. Здесь он был чуть-чуть больше, я оставил свой, то есть мы повторно чуть-чуть он всыхает, стенка упитывается. И тогда мы уже можем его чуть-чуть меленько накручивать по чечкам, создавая более мелкие такие барашки. И главное следим, чтобы по всей фактуре слой давался равномерный. Тогда в таком случае рисунок эти две стенки равномерный, не будет больше, меньше. Раз. И соответственно, как я вот говорю, у вас все это край, вы берете потом просто его подводите. Не толстым слоем всего уже накрученного материала. Он еще у нас сырой. Опять-таки, рядом. Аккуратненько. Полностью снимаем. И цикуем с уже ранее нанесенным. Сырой по сырому. То есть это равномерная фактура, и не видно этого перехода. Опять-таки, чуть-чуть можно давать слой больше, чуть-чуть больше водички в зависимости от влажности. Вы накрутили. И, соответственно, так вот меньшим поэтапно, по таким кусочкам, чтобы она выглядела как не мозаика, а как пазл. И тогда, когда оно создает такими вот небольшими кусками, то не будет видно, например, одного большого стыка, то